Всем привет, дорогие друзья! Сегодня раннее утро, и мы взяли экскурсию на лодке вокруг острова Искья. Обычно приезжают яхты, но сегодня посмотрим, что приедет к нам. Ну, вообще, всегда мы берем такие экскурсии, поэтому все вам в этом видео покажу и расскажу. Вот наш юный капитан. Впереди нас ждет 3 остановки с плаванием, плюс в экскурсию входит ланч. Природа, конечно, в Италии просто прекрасная. Посмотрите на эти горы. Мы тут остановимся. Первая остановка, и мы плаваем в открытом Тиренском море. Это красота. Давай, безумная, давай. Просто такой красоты я не видел. А цвет воды, вот цвет воды, вот камера никогда не передает. Вначале готовят закуску. Это бутерброды с мидиями, с оливковым маслом, с помидорками. Все прекрасно. Вот готовятся мидии. И, кстати, забыл вам сказать, то, что вода и алкогольные напитки полностью включены в стоимость. Далее нас ждут свежайшие мидии. Вторая остановка, на ней мы плавали в грот. Обязательно нам выдали жилеты спасательные, потому что плыть было далековато. К сожалению, камеру я не взял, но было круто, ты заплываешь в
пещеру. Вода просто прозрачная, и ты видишь все дно. В общем, было прекрасно. Ну вот, еще одна партия мидий. Была паста с мидиями, это было великолепно, но все я вам записывать не стал. Съеденные мидии нам сказали выкидывать за борт. Посмотрите цвет воды, видно все, все прозрачно. И чтобы вы понимали, это я снимаю не на GoPro, не под водой, а просто с корабля. Также можно зайти к капитану. Третья остановка, кстати, как говорят, в этой части Иски постоянно каждый год отдыхает Ангела Меркель. Не знаю, правда это или нет, но мне так сказали.
Ну вот, экскурсия, к сожалению, подходит к концу. Она мне безумно понравилась, наверное, потому что еще мы берем ее в каждой стране. Кстати, отдали мы 60 евро с человека за эту экскурсию, но это того стоит. Обязательно давайте ставим лайки, подписываемся на канал, пишем креативные комментарии и не забываем про мои соцсети, которые я оставлю в описании. И, конечно же, всем удачи!